В России утверждены новые порядки проведения ЕГЭ. Изменения в целом не глобальные, но их достаточно. Так или иначе, они затронут большинство школьников. Главная новинка в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен. Как это было раньше, теперь им придется выбрать что-то одно. Пишет российская газета. Еще выпускникам доступны по выбору не 4 языка, а 5. К английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. У девятиклассников тоже много интересного. Главное нововведение для них – итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском ко всем остальным экзаменам.